Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы продолжаем играть в игру под названием Clothing Store Simulator. И разработчики не устают, работают и не перестают нас радовать. Версия 0.3.0 сегодня у нас на обзоре. Работник склада у нас появляется. В игру добавлен работник склада. Теперь он будет забирать предметы из зоны доставки и перевозить их в складские помещения. Управление запасами становится проще и эффективнее. Обратная связь, времена года, NPC-шки, одежду. Это все старое. Значит, из того, что новенькое, это появились сотрудники склада. По-моему, эти сотрудники склада, они, короче, в чем их изюминка? Вот есть чуваки, которые развешивают одежду чисто вот в этом. А есть те чуваки, которые этот весь хлам будут забирать и весь сюда будут раскладывать. Для того, чтобы такого чубрика себе нанять, мы сейчас заходим в сотрудники. Вот кассир. Вот, пополняющие запасы, это один, вот, 25 левел, второй появится, а работник склада с 25 левела, с 20 это у нас пополняющие запасы, работник склада 25. Очень сильно бы хотелось мне, чтобы у меня получилось, собственно, чтобы у меня получилось до этого левела дойти. Так, пропустим тогда день, ладно, не буду сейчас это все пополнять там, начну новый день, как бы откроюсь. Возьму рекламку, возьму вот женские тухвальки и буду их раскладывать потихонечку. Значит, моя задача музыку включить. Должна быть, кажешь? О, все, лабает. Так, я не знаю, почему музыка отключается. Это для меня очень странненько. Так, нам главное до 25-го за этот видосик как можно, как бы, покороче, и чтобы 25-го добраться, чтобы мы могли уже могли, собственно, вы поняли. Так, ботинки две. А, целая коробка. Я сразу в коробку запихнул ботинки, ботики. Ботики запихнул случайненько. Там не надо это. Так, это тоже коробка. Коробки тоже расставляем, не стесняемся. Так, кроссовки женские. Что-то, чего-то, может быть, не будет. Но это мы будем попозже разбираться. Так, кроссовки женские. Сюда. Главное сейчас как-нибудь справиться с задачей нашего левела. Ну, 22-й хочется быстрее. 23-й, 24-й, 25-й. Так, это что? Подожди, это мужские. Сюда их. Видите, как мне тяжело? Товара просто неимоверная куча. И мне тяжело это все расставлять. Хорошо, что у меня чувачок, который хотя бы там разносит, этим всем занимается. Так, женские брючки. Сюда. Женский спорт... Этот самый... водолазка. Женские вот эти платья возьмем. Кофты уже не берутся. Женские платья. Ой, у меня две коробки с женскими платьями. Фигово. Очень фигово. Женские платья, что две коробки у меня. Это очень плохо, потому что я могу потом, ну так, не надо делать, короче. Хватает 60. Вместимости коробки, чтобы этого товара мне на целый день хватало. Так, женские рубашки. Так, вот они. Надо новую лицензию. Так, 5000 долларов. Купим. Сейчас с этим барахлом разберусь. Мужские водолазки. Мужских водолазок нету. Сюда их, значит. Женские какие-то штанцы. Женские штанцы. Так, сюда платья. Рубашки. Рубашки мужские тоже. Не хватает полок мне уже. Так, это у нас кофты теплые. Мужские теплые кофты. 21 уровень все у нас. Розовые. Уже 40 в наличии запаса. Это очень хорошо. Так, женские брючки. Вот этого я добиваюсь, чтобы всего было в достатке. Всего было запасов огромных много.
Так. До 25-го надо вот так, таким образом надо играть до 25-го, получается. Чтобы нанять себе чудика новенького. Такс. Ботики. Ходит, раскидывает. Товарчик, дядька наш. Один. Мы сейчас на 25-м, получается, помощника по разноске себе одного еще берем. И работника склада, если успеется. Надеюсь, очень на это надеюсь, что у меня выйдет за какой-то промежуток времени небольшой. Так, это мужская рубашка. Такой нету. Подожди, почему там она внутри? Внутри быть не должна. Как поставить? О, ошибка. Ошибка. Так, ладненько. Голубые рубашки. Сюда. Запасы хорошие. Ботинки. Долго. Ботинки тяжело разносятся. Они крупные. Тяжело разносить. О, новый день можно начать. Немножко, наверное, подождем. Разнесем это все барахло. Так, женские длинные кофты. Женские длинные кофты. Мужские шорты. Надо все разнести. И мы почти 22 уровень взяли. Или начать следующий день. Пускай крутится. Ну, сейчас давайте пойдем в зал, поглядим. Нету клиента. А, вот последний клиент. Ну, там еще кто-то недовольный. Кому-то чего-то не нашлось. Это может быть. Это вполне реально. Сейчас момент такой. От этого падает наша, кстати, возможность. Может, чувак не успевает разносить. Может быть, не было наличия товара. История умалчивает. Так, мужские рубашки. Вот это. Ну, очень много товара, видите? И я просто не справляюсь, чтобы его весь раскладывать так, как надо. Так, женские топики эти. Все. Начинаем новый день. Ну, поехали. Посмотрим, сколько раз невозможно найти 8 товаров. Ай-яй-яй. Баланс 10к. Там уже можно... короче, что? Что можно, скажите мне, и я вам скажу. Так, а что тут брюки делают? Сюда. Так, можно купить еще одну лицензию, можно. Так, юбки женские, мини-юбочки и мужские джинсы. О, кстати, их 50-ка уже, ничего себе. Так, это мужские ботинки. Что, открываться, что скажете, или купить еще одну лицензию? Ну, давайте еще один день прорулим без этой лицензии. Сейчас откроемся, ладно. Поехали. Вроде немного товара тут осталось. Так, чуть-чуть мини-юбок. Чего? 40 из 40. Мини-юбки. Смотрите-ка. Надо 60-очку ящик ставить. 60-очку. Так, ладненько. Это, в принципе, небольшая проблема. Так, это 60 уже. Заполнил. Это мне нравится. Если так быть честным, это мне нравится. Что я так позапомнил. Смотри-ка, новый день начал, и снова нету музыки. Что за ерунда? Где моя музыка? Запускаем заново ее. Пауза, плей. О, все, поехало. Это баг. Это баг игровой. Надеемся, поправят. Джинсоли. О, тоже не влазят больше. Ой, ё-моё. В соседнюю коробичку запихну. Вон, их много набирал. Уже не 60, уже 80. Так, рубашечка есть. Рубашоночка есть. Заканчиваются, кстати, рубашки эти. Надо коробки старые попродавать, купить 60-очки. Кстати, у меня 60-очки валяются. Надо сделать будет замену. Так, кроссовки мужские. Замену сороковки попродавать вообще, чтобы мы уже на них даже не обращали своего внимания. Но это типа пока что терпимо.
Может быть. Может быть. Денежки растут. Вот сейчас эти вот всю эту одежду, значит, мы выгружаем. И идем, наверное, смотреть, какую там, что там по лицензии новой. Мужская вот кофтушка еще одна. Джинсы длинные мужские. А, женские, стоп. Женские. Сейчас будем... А мы там освобождали место под... Я уже вспомнил. Так, женский пиджак. Пиджак и мини-юбки, которые некуда складировать. Будем с этим делом вопрос скоро решать уже. Так, шорты мужские. Что там? И женские пиджаки. И еще мужские шорты. Так, осталось чуть-чуть коробок. Так, мужские водолазки, шорты. Что там еще осталось? Водолазки. Все остальное коробки. Значит, что мы сейчас можем с вами сделать? В принципе, сделать можно очень даже просто. Допустим, любую пустую 60-ную коробку берем и просто забираем одежду и туда ее запихиваем. Во, забираем эти юбки и просто запихиваем. Забираем эти юбки и просто запихиваем. Все. Это получается, мы сороковку, режим размещения, бросить. Почему я не могу ее спаковать и продать? Вопрос, конечно, интересный. Нечего с нее забрать. Ладно, пока что просто тогда сороковку мы где-нибудь здесь оставим. Вдалеке. А этот мы ящик заберем. Поставим его здесь на краешек. Все, с этим вопросом завершили. Все остальные коробки у нас... Ой, тут еще какие-то вон одежды, оказывается, были в коробках. Правой кнопкой попробую подзадерживаю. Где-то случайно впаковал в коробку какую-то одежду. Так, женские брюки. Женские топики. Хорошо. Значит, у нас тут что, какая ситуация? В принципе, ситуация не самая такая хорошая, потому что брюки недоношены, недонесены. Кофты не забраны многие. Хотя что-то висит, что-то не висит, что-то он не успел, просто банально не успевает приносить, видите? Бедный несчастный человечек. Вот, допустим, розовые кофты чувак просто банально не успевает принести. Поможем. Поэтому есть недовольство некоторое. Значит, у нас заканчивается рабочий день. Платежи сделаем. Потом оптовик. У нас есть бренды. У нас женщины... Будет футболка, рубашка и что-то там одеваться. Мы берем лицензию. В 25-м будет еще одна большая лицензия. Тут на 3 продукта каких-то мы. И смотрим по запасам. Опять-таки. Где 30, еще терпимо. Где 20, печаль. Вот этого мало. Этого нормально. 40, 30, 32, 46, 38. О, новые. Ух ты, платьечко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прям хочется новый стенд такой нарядить. Так. Вот туда его. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Значит, это мы берем. На склад у нас есть куда разгружать. Но это все нужно на что-то куда-то вешать. Куда мы это должны повесить? Значит, мы тут освобождали место... Но можно здесь поставить еще продолжение. Будет узенький проход. Будет. Тут у нас мужской отдел. Мужской. Тут как бы женский перешел. Уже как бы такой тоже женский. Хотя по сути мужской должен был быть. Так, нам нужно. Оптовик, мебель. Полочки. 40, фигня. Фигня. О! Но это место занимает. Нам нужна полка качественная. Это мы покупали, это обувка. Вот этих. Раз, два, раз, два, раз, два. Купить и поставить их сюда, к магазину. Не к складу, а к магазину, что привезли. Эти полки. Вот. И сейчас мы ее тут, получается, открываем коробку. Проходик делаем, чтобы мог человек зайти. Раз.
Так, берем, открываем коробку. Получается 2. Берем, открываем коробку. Пробуем тесненько. Тесненько втеснить. Открываем коробку. Вот. Втеснили на два вида одежды. Ну, что можно сказать? Вот эти платья розовые. Для склада у нас еще... Вот, допустим, тут розовенькие платья вот эти. Вот. Туда их и вешаем. Для склада розовенькие платья вот эти. У нас место, допустим, розовенькие платьюшки. Это такой вер... Ну, сюда вот, в принципе, вот подходит. Розовенькие платьюшки. Так, это у нас сюда. А это тоже... Как же они похожи! Капец, это будет сложно. Из-за того, что у них такая схожесть, это будет тяжело. Из-за того, что у них такая вот схожесть, будет не очень просто. Скажу честно. А что посередине? Можно же как-то вперед их ставить ближе. Типа, хочет стыковаться с этой коробкой, нельзя ближе. Странно. Тут ближе как-то ставится коробка, а там нет. Может, изначально потому, что они ставились? Ближе как-то. Ну. Что-то ее крутит-вертит, эту коробку. Ровненько. И ближе. Ну. Дядя Игорь, что-то ее ближе не хочет ставить. Ну, вроде поставил, но как-то косо-криво. Ай-я-моё. И как понять, где вперед? Ну ладно. Все равно как-то, видите, здесь как-то более вперед. То есть ты и туда можешь поставить. Что за фигня? Мы на такое не подписывались. Так, ладно. 22 левел. Слабо. Так, что там у нас? Сюда я. Рубашки, блин, розовое все, капец. Как этим всем раздупляться. Так, и плюс, если мы здесь задали розовые, значит, и здесь должны задать розовые платья вот эти. Чтобы он знал, что нам туда нужно будет носить. Так, еще две полки надо придумать, куда их вместить женские. Женские-приженские полички. Тут, что ли? Так, раз. Женские-приженские полички. Походу, мне надо сейчас вот над чем поработать. Со складом этим всем разрулить. Кофты мужские. Это оно? Фиг его знает. Похоже. Они теперь все такие темные кофты. Вот разработчики, если будут добавлять одежду, которая будет ярко, не будет как-то ярко. Но тут есть типа лейба. По лейбе еще можно, да? Как бы сортировать. Ты можешь выстраивать их по лейбе. Что эти вот такое что-то розовенькое там имеют. Это у нас сюда. Ну просто все равно путаться будешь. Будешь. О, уже 50-ку их накупил, этих кофт. Рубашек этих. Так, 60-ка. Это тоже новый брендик у нас. Новый брендик. Нужна коробичка на это дело. Но это все с одной линейки. Так что это типа мы будем знать. И надо также сортировку сделать себе по одному бренду. По бренду это тоже надо, видите, чтобы я не путался. Чтобы... Тогда, ну, в принципе, когда будет сортировщик на 25-м, он сам будет знать, куда ему что нести. Правильно ведь? Так, платье. Так, три новых вида одежды как бы есть. Теперь надо футболки задать просто, где оно будет висеть, чтобы он сам разносил. Значит, тут у нас чуть-чуть дал. То есть здесь у нас будут футболки.
А здесь бы хорошо, чтобы был тоже рядом три бренда, чтобы было рядом. То есть эти полки поменять местами. Как мы это... Сейчас он пиджаки повесит эти. И куда еще пошел? Мы сделаем вот так. Мы пиджаки сюда повесим, вот эти. Не хочу полки сами. Можно взять полки передвинуть, да? А мы не... Мы сделаем по-иному. Мы пиджаки его перенесем просто сюда. И это как раз две фирмы одинаковые. А сюда сейчас еще одни эти розовые, притарабаним эти розовые штуки. Ждите, вот это розовое было. Что там еще было? Я уже запутался. Рубашки, что ли? Ну вот, допустим, две взял. Рубашки розовенькие, длинные. Вот туда. Раз, два. Типа пометил. То он туда потом донесет. Пока он там донашивает, и мы потом, если что, мы можем, в принципе, помочь. Проблем в этом нет. Но мы можем пока что вот это закидывать. Начать новый день. Хочется 25-й сегодня взять левел. Может быть, уже стоит тогда запускаться день новый. Давай нажмем. 8,5 вещей не было найдено. Новый день. Что там с мужскими этими джинсами, непонятно. Так. Новую рекламу берем. 7000 всего у меня есть. Запас. Да, я сейчас не очень хорошо играю. Просто я пытаюсь время быстрее, чтобы пролетело, чтобы я быстрее качнул левел. Понятное дело, что это левел бы качался быстрее, если бы я больше бы внимания уделял наличию всего товара. Да? Так как у меня товара всего в наличии нет, в соответствии на полках. Может быть, на складе есть, но нету. Но нету у нас... Соответственно, мы теряем... О, видите, экспа падает. Фигово. Что могу сказать? Фигово. Вот мужские короткие джинсы. Оптовик. Мужские короткие джинсы. Это ж они. Раз, два, три, четыре. Купить. На склад повез, да? А, нет, сюда. Хорошо, так и хотел. Вот чисто ради того, чтобы ему помочь. Мужские короткие джинсы. Развесил раз. Помочь чуваку решил. Называется два. Потому что на склад я выгрузил. Он со склада не несет. Тупец стоит там. 22 левел. Мужские короткие джинсы. 60 единиц. И тут и вон еще есть мужские. Он просто их не несет, говнюк. Он просто не знаю, чем занимается. Он просто их не несет. Вот и все. Так, ладно, иду смотреть, что там еще ему не хватает. Давайте посмотрим по базе. 40, 50, 40, 30 запас. Ну, 2 возьму. 30. Это вообще 100, 121 у меня уже. Так, 30, 30. Рубашки. Просто я уже начинаю забывать, где у меня что висит. Вот еще проблемка. 50, 30. 59. Ну, типа, все есть. Трусы заканчиваются. Куда? Ну, давай... Ну, ладно, на склад. Давай сюда, ладно. Это все сам разнесу. Сейчас помогу. А, я туда... А, я все равно на склад отправил. На, я... Все равно на склад отправил. Ну, ладно. Топики здесь. Чуть-чуть пополним, поможем. Уже на одну ходку как бы меньше сделает с этими топиками. Мы их сейчас тут... Вот так будем действовать сейчас. Сначала бегу сюда на эти вот. Посмотреть. Тут ли наличие есть? Есть. Если тут наличие есть, значит мы запихиваем на склад. Вот так и будем сейчас работать. Вот эти платья все на склад, потому что они сейчас висят хорошо. Так, теперь музыки. Музыки нам не хватает чуть-чуть. Пускай лобает какая-никакая, но лобает. Так, труселя. Труселя заканчивались 100%. О, подвесил. Так, труселя. Вот они. Бежим. Тут появляется новый вопрос. Так, куда же выгоднее мне сейчас вещи заносить? Сюда или туда? Так, женские оранжевые платья. О, подвесил. Женские оранжевые платья полностью висят. Тут забрал и тут пополнил их. Хорошо. Теперь мужские кофты.
Мужские кофты. Вот я реально сейчас уже... А вот они здесь. Полностью все развешено с мужскими кофтами. Значит, их сюда. 22 уровень. Где мой 25? Я требую. Очень медленно левел растет. Очень медленно. Так, женские кофты такие длинные. Сюда их. Мужские рубашки. И, да, мужские голубые рубашушки. Мужские голубые рубашушки. О, подполнил. Мужские голубые рубашушки. Все забрал, да? Значит, их надо сюда закинуть. Есть. Новый день можно начинать. Но кажется, мы можем еще подождать, пока у нас клиенты. Бейсболки. То есть помогаю сейчас, видите, типу своему раскидывать вещицу. Где эти бейсболки были? А в ужас, они пустые, видите? Пустые полушки с этими бейсболками. Проблемка. Должно быть. Вон, женщина как раз подошла. Хочет купить. Так, еще трусы. Давайте пробежимся, проверим быстренько труселя. И потом на склад их тарабаним. Женские трухеля. Совершенно не вижу. Тут, наверное, они были раньше. Так, новый день можно начинать. Кофты черные мужские мы уже смотрели, помню. Поэтому их на склад. Женские платья и мужские штаны подхватил. Женские яркие оранжевые платья. И опять женские. И все, остались коробки. Так, женские черные штаны. О, о, подвесил. Женские черные штаны. Плюс можно взять 60-очки вот коробки. Раз, хотя бы. Такие, которые больше всего разлетелись. Кстати, видите, как красиво на краешек ставится здесь. Так. Ой, одно платье. Ты как туда залетела? Платьишко. Есть. Дополним до конца полку. 22 уровень. Я не взял уровень нужный мне. Так, для того, чтобы мы успешно начали... Там что-то есть, какие-то клиенты. Он разносит. Мы заходим в оптовичок. В оптовичок. Смотрим, что по запасам. 45, о, 35. Берем. 32. Обувка подзаканчивается. Обувку подразобрали. Видите, опять нужно пополнять запасы. Без конца и края. Запасы, 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 запасы. Еще раз запасы. Так, 50, 40. И на склад. Да. Покупаем, нажимаем Эночку. 8 ненайденных было товаров, к сожалению. Открываемся. Товар, значит, выгружаем. С обувкой начнем. Мужская обувка. Идем музыку клацнем. Так, музыку клацнул. Работаем. 22 левел. Так, женские платьюшко. Ла-ла-ла. Это не платьюшко, это рубашка. Что-то. Сюда ее. Пополняем складинские. Пополняем складинские. Так. Ботинки. И кофту подцепил мужскую одну. Не люблю, когда такое происходит, честно. Кроссовки. Так, это что у нас? Мужские клетчатые рубашки. Так. Ботинки женские. Ботики, ботики. Ботики женские. Еще их сюда. Кроссовочки женские. Кроссовочки женские. Такс. Ботиношки мужские. Где мой верхаус? Где мой чувачок? Чувачок, который будет мне помогать тут вовсю. Где он? Где он, мужик? Нету его.
Так, женские водолазки. Пижушки женские. Пижушки. Пижушки, пижушки. Футболки мужские. Майки такие. Майки, футболки. Так, кроссы. Сюда. Левел там какой-то растет, не растет. Что-то я вообще не понимаю ничего. Очень что-то медленно левел дают. Экспа падает. Че? Почему она падает? Что за фигня? Что-то кладовщик наш не справляется с задачками своими. Кладовщик, ты что, оборзел? Кладовщик. Еще один увижу минус. И эти уроды. Опять минусы. О, 8 XP минус пошел. Какой-то ужас. Ужас. Сейчас придется мне, короче, смотреть, что там не хватает. На складе пускай оно будет. Пускай оно висит на складе. Это одежда. Но мне, походу, надо самому больше брать участие в том, чтобы развешивать все. Прежде чем начинать день, я должен быть уверен на 100%, что у меня все заполнено. Вот сейчас, видите, ну, коробки разве что можно поставить еще куда-нибудь. Так. Вот, я смотрю. Чего мне тут реально... Вон, опять этих джинсов же мужских нет. Ну, сколько это может повторяться? Мужские джинсы опять. Раз, два, три, четыре. Магазин. И их на складе просто неимоверное количество. Почему он сюда не может зайти и повесить их? Что с тобой не так? Не доходят руки? Или ты не доходишь? Или я плохо расставил здесь это все дело? Ну, как вариант, что я плохо тут поставил. Давай попробуем. Сделать вот так. Так, тут зеркало-то вообще ни к селу не... Не знаю, нафига это мне тут зеркало надо. Но тут можно пройти спокойно повесить. Не знаю, ну как бы джинсы, джинсы, алло. Ты ж... Вон тут их миллиард, этих джинсов. Бери, вешай, хоть завешайся. Не знаю, чего они их не развешивают. Я что-то их накупил. Целую кучу, вон, 60. Кому это? Для кого эти джинсы, а? А? Мне кажется, он просто не успевает. У меня еще одна джинсоля в руке валяется. 23 левел. Еее, а что там на 23 левеле? Есть что-то новенькое? Какие-то мебелевые штуки открылись. Цветы всякие. Бренды. 25-й. Дизайн. Оптовик. Ну это все ерунда. Платежи. Чин-чин. Чин-чин. А что там арендовать? Нет ничего. Менеджер. Область новую открыть на 24-м. Складскую можно расширить. Есть смысл? Не вижу смысла. Мне хватает. Сумка для покупок. Дизайн сумки для покупок. Фигня это. Статистика сотрудники. Чикс 20-й, 25-й. Два сотрудничка. Работник склада на 25-м левеле. Какой-то умник мне писал в комментариях там, в интернетах этих ваших под видосом. На 20-м левеле сотрудник склада. Как напишу, блин. Умники всякие. Так, шорты. В магазин. Две пачки шортов. Две пачки шортиков. Поможем развесить. Ты что-то пацанчик слабенький. Так. То есть поняли, да? На складе все есть, по сути. Все есть на складе. Да. Но просто вопрос, кто это будет все разносить. Все есть, все в наличии. Пик, пик, пик. Так и живем. Футболки. Опять-таки мужские футболки красные. Они тоже, уверен, есть. Мужские красные футболки. Мужские красные футболки. Тин-тин, тин-тин, тин-тин. Мужские красные футболки. Где вы? Пом-пом. В магазин. А куда же еще? Работничек не справляется. Так. Жикс. Эночка.
8, опять 8 не может найти товара. Ну что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать? Рекламку заказывай. Давайте эти штуки тоже поможем развесить, а то он бедолага тупит. А может быть еще такое, что он багается и просто некоторым стеллажам вообще не подходит? Ну может быть. Мне кажется, он просто банально не успевает. Банальнейшим образом. Просто чувачок не успевает все делать. Так, а где моя музыка? Мюзик, мюзик, мюзик. Счета. Where is my music, guys? Where is my music? Here is my music. Here is my music. Так, а платье? С платьями все четко, полностью, под набивку. Поэтому платье мы сюда спакуем. Раз такое дело. С платьями все у нас четенько. Мы, значит, сюда на складик запихнем. На складах 60 в идеале должно быть. В начале дня каждой вещи должно быть по 60. Раз. Второе. Должно быть все полностью на полках у тебя заполнено. Тогда день будет хорош. Я так думаю. Мне так думает. Цо. Цо, цо, цо. Так. Мужские на склад. Теперь. Быстренько сюда и смотрим по оптовику. Чего бы еще такого интересного заказать? 40. Двое труселей. Двое штанов. Юбок. Этого 70. 70, 30. 41. Может, есть что-то критическое, которого 20 там осталось. 42. О, 9, вот их вот. Раз, два, три, четыре. Так. Давайте так сделаем. В корзину. Это на склад, а на магазин раз, два. На магазин. Вот так сделаем. Сейчас это вот поможем ему разбросить. Я так понимаю, вешалка тут страдает. Что тут бодиков этих не хватает. Во. Так, и сейчас остаток отнесем. Вот, он просто, бедолага, не успевает, дядечка. Так, эти бодики. Бедики, 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 бедики. Я их много накупил, слушайте, этих бедиков. Сейчас это все да и втрамбую. Так. Так. Все бедики. Женские брюки. Черные. Тут все есть. И тут все набито. Не понял. Не понял. Не понял. 23 левел. Где мой 24? Блин, ну я не успею 25 сегодня взять, что ли. Что за фигня? Как время ускорить? Так, женские эти вот кофты. Женские кофтушки синие. Больше тут их нет. Сюда их. Так, опять женские брюки. Только что черные брюки женские смотрели. Их там очень много. Потом трухеля. Пойдем посмотрим. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Все висит. О, куда? Нет. Почему здесь рубашки, а не женские платьички? Не понял. Это какая-то ошибка. Мужские, тем более. Это it is mistake. It's mistake. Вот они должны быть тут. Тут должны быть женские юбушки, мини. Может, поэтому у меня падает. Они могут найти мини-юбушки. А есть ли тут они? Есть. Юбушки мини. Блин. Быстренько. Рубашки забираем. О, мини-юбашки. Вот так должно быть. Рубашки. Сюда пока. Мини-юбашки на складик. Так, что там еще? Платье, цветочек.
Цветочек, цветошик. Так, есть. Цветошек, платье. Ну, как-то вот так и работаем. Помогаю своему чудику разносить. А что не успевает, то на склад закидываю. Как-то вот так. Может быть, так и надо было с самого начала действовать. Подождите-ка, может быть, это ящик не ставится? А нет, ставится близко. Странно. Один так поставился ящик, остальные не хотят. Так, это юбки сюда. О, новый день начать можно. Бодики. Так, поможем. Наверх. 59, ничего себе. И трухеля. Трухеля только что мы обработали. Поэтому можем набить. Теперь, что у нас здесь? Компьютер. Оптовик. Смотрим, что там, как там, где там, что там. Раз, два. Раз, два. Ну, с обувью проблемки у меня. В каком плане? Что ее тяжело выгружать долго очень. И я так понимаю, что на 25 левеле будет не проще. По той простой причине, что... вещей очень много. Очень много вещей. Так, на склад. Давай на склад. Так, пропускаем день. Но сейчас тоже будем действовать так. Вначале в зал заносить вещь, смотреть. Вот, берешь вот это. Футболки эти. Он не успевает просто все сделать. Потом на складик бежишь. Сначала в зал, потом на склад остаток. Он и так таскает, там что-то носит, делает, пускай делает. Носит, делает, пускай делает. Но мы должны теперь действовать по другому принципу. Вначале проверить, набиты ли полки. Если набиты, тогда относим на склад. Таким образом у нас будет более эффективная работа налажена. Так. Я так думаю, что по-другому... будет тяжко. То есть доставка на склад хороша будет тогда осуществляться у меня. Подожди, а почему эту коробку мы... А, это случайность, видимо. Тут у нас... Тогда у нас будет... как задумал разработчик, чтобы ты чисто складом занимался, да? Или чисто заказами. Но так не выйдет. Люкс, брюки какие-то не находят. Мужчины, брюки. Какие еще брюки мужчин? Женские. А, вот это, наверное. Водолазки эти. А у меня только один вид штанов, походу. Походу, только один вид штанов. Так, надо заказать этих водолазок, походу, побольше мужских. На складе уже их мало. Экспа падает, блин, что происходит? Тут висят чуть-чуть брюки. Туда нельзя дойти. Да что нельзя, можно. Я же захожу, а вы что? Ладно, пробуем вот так. Что, на стенд пялишься? Так, тут есть. Так, продолжаем работку. Рубашки мужские в клетушку. О, подкинул и на склад пошел. Мужские в клеточку. Рубашки. Какой там 23 уровень? Ё-моё. Долго. Сразу на склад несем. Только 24-й сейчас возьму. Уже 40 минут шпилю. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Так, ладно, ботинки. Это у нас, чтобы сейчас не запутаться. Хлоп-хлоп. Так. Помогаю, как могу. Ботики. Эти полки вообще хотел сбагрить. Мужские ботики. А что, подсвечивалась коробка? Или это случайность была? Я шел... Подсвечивается коробка, куда ложить? Так всегда было? Зелененьким. Так было всегда? Смотри, я бегу, зелененьким подсвечивается. А что я раньше не обращал на это внимания?
Так это же упрощает работу. О, смотри. Реально подсвечивают. Я не знал этого. Это же реально очень-очень-очень упрощает все. Я не знаю, только сейчас заметил, что подсветка есть маленькая. Это круто. Это реально будет упрощать работку. Чикс. Ботинок женский. Ботинок женский. Оп. Так, все хорошо. Новый день предлагают начать. 23-й левел. Блин, заманчиво, конечно, но у меня не разложено. Ботинки. Кроссовеллы. Мужские кроссовеллы. Мужские кроссовеллы. Что-то снова чепочек не может найти. Рубашка, продукт недоступен. Какая женская? А, вот это. Понял. Продукт недоступен. Оранжевая. Ой-ой-ой, сейчас бы найти еще. Вот это, по-моему. Она. О, принес. Молодчага. Как раз я тоже этим занимаюсь. Кроссовки. Кроссовки, кроссовушки мужские. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, женские кроссовки. Чё там, по 24-й левел дали? Еее, так, open. Какая-то еще. Так, ждите-ка, уже 9 PM, а какие-то люди еще ходят тут. Ходят тут всякие. Давайте шуруйте уже отсюда. Дайте людям поработать нормально. Не то, не то, не то. Значит, на складик. Так, смотрим быстренько. Все сдрыснули все с магазина моего. Чего у нас тут не хватает? Раз, два. Раз, два. Ну, чего 30, то и берешь. Вот и все. Чего 30, то и берешь две штуки. И буду спокий. Так и живем. Так, куда? Магазин на склад. Вай магаз. Так. Две штуки. Мы же сейчас через магаз работаем. Значит, магаз. Все, нажимаем Эночку. Поехали на следующий день. Опять 8 вещей не было найдено. Заказываем рекламу. Подожди, я на склад заказал. Вот блин. Двойная работа будет. Ну ладно. Тут все есть. Женские штанцы есть. Водолазки женские. Водолазки женские. А вот они закончились. Кстати, о птичках. Водолазки женские разобрали. Разобрали, разобрали. Женских водолазок. Ну, как бы даже не до конца повесил все. Еще одну. Чтобы уже было сделано. И женских водолазок, получается, надо купить еще пачку. Так, магазинчик, сладик. Купить. Так, притарабанила коробка. Посваливала мне на голову. Вот эти женские водолазки. Сюда ее раз. Подожди, мы не открыли магазин, что ли? Ёп, макарёк. Я думаю, чё опыт не идет никакой вообще? Открываемся. Открываемся, не стесняемся. Так, водолазки женские. Заполняем складинский. Заполняем складинский под завязку. Есть. Труселя. Труселя, идем проверку делать. Чё там с трусами? Сами все великолепно. Заполняем склад, значит. Кроссовки. Блин, я люблю эти кроссовки. Но только что мы с кроссовками вроде вопрос закрыли.
сейчас, короче. Еще и платье подцепил. Где, где? Так. Мужские рубашки. Вот это надо идти в зал. Мужские рубашки. Оп, оп, оп. Все нормально. Мужские рубашьоны. Опыт где? Почему 24 уровень? И у меня ни капельки опыт не растет. Почему? О, пикание пошло какое-то минимальное. А ну-ка. Опыт. О, капает, капает, капает чуть-чуть. Так, кофта синяя. Кофта синяя, кофта синяя. Складируем. Кофта синяя, складируем. Розовые кофтушки. Розовые кофтушки. О, заканчивается вообще-то. Розовые кофтушки. Розовые кофтушки. Так, сюда, 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 сюда. Опч. И все остальное на складинский. Где вы? Вот вы. Так, это у нас... Оранжевое поле. Оранжевое поле. Есть. Оранжевые платьюшки. Сюда. Теперь ботинки. Ботики. Так называемые ботики. В зал носить их, это я с ума сойду. Пока что их просто на склад выгружу. 24 левел. Мне кажется, что мы за этот день не заполучим себе этот уровень. Голубые рубашки мужские. Вот не помню. Что там по ним. И тоже подсветка, или мне показалось. Ты заходишь в зал, стенд с этими рубашками тоже подсвечивается. Они так сделали, серьезно. А ну-ка. Вот, во-первых, подсвечивается вот, что у меня вот это вот ящичек здесь. Да, подсвечивается. О, я только сейчас на это обратил внимание. Это прикольно. То есть ты знаешь, куда тебе двигаться. На зеленый типа реагируешь сразу и бежишь себе туда, куда тебе надо. Так, эти кофты я помню где. Ну, а, в том же уголке вдалеке. Вдалеке, вдалеке, вдалеке. Вдалеке, вдалеке, вдалеке. Так, все, больше ничего не могу взять. Значит, оп, 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 оп. Есть. Полностью кофтами все загрузили. Нет, не возьмем мы за этот день не возьмем этот уровень. За следующий возьмем. То есть, два дня это один уровень, по сути. Вот такая вот чудесная история. Так, тут все нормально. А, мужские, мужские, вот они. А я все по памяти запоминал поначалу. А можно было просто ориентироваться на цвет, подсветки зелененькой. Ну, может, это недавно я добавление? Может быть, я раньше как-то не придавал к этому значения? Может, это недавнее обновление? Может быть, может быть. Очень даже может быть. 60. Может, эти 40 вообще... А, мы можем продавать коробки. Почему мы не можем коробки продавать? Запаковать и продать? Вот зачем мне эти коробки сдались? Чем с этими коробками... Сороковыми. Мне не нужна сороковая коробка. Можно начать новый день. Сейчас посмотрим, что там по клиентам. Что-то валяется. А, он сам поднял. Повесил. Хорошо. Рубашки вот эти, кстати. Все, помог. Рубашки мужские. Сюда их. Быстренько просматриваем, что там у нас по складу, пока там они там бегают, думают. Вот, 30, 33, 40, этих мужских штанов 131, он вообще склада их не носит, эти брюки. Почему-то, я не знаю почему. Мне очень-очень-очень непонятно. Почему не происходит... выноска этих брюк. Так, склад, склад. Я сейчас посмотрю. Вешается? Не, ну... Не похоже, чтобы сюда он приходил, что-то вешал. Может, реально места ему не хватает. Ну, подожди. Тут мы можем... попытаться сделать место?
Давайте попытаемся. Начнем с того, что там и полки какие-то уебищные. Тоже такой. Ну и что, ему там не зайдет, что ли? Не может зайти сюда повесить, что ли? Алло. Зеркало тут. Ни к селу, ни к городу. Сюда его пока. Ну, похоже, что не может сюда дойти. Может, это мешает? А здесь же как-то вешает. Ну, так поставлю пока что. Так, все. Поехали на следующий день. Ну что же, опять-таки 8 не может найти. Ну что ты будешь делать? Так, мы там заказ сделали, сделали. Так, рубашки клетчатые. Только что мы смотрели, там все с ними хорошо. Сейчас просто их спаковываем на склад. Мы открыты. Наши двери открыты. Наши двери открыты. Клиенты прут. Женские брюшки. Женские. Вот зря я брюки, надо было проверить же. Вот, например, вот здесь проблема. С этими мини-юбушками. Еще и женских брюк набрал. Не то. Так, тут довесим. Так, мини-юбочки. Пихаем. Так, теперь яркие оранжевые платья. Новый сезон. Новый сезон. Новый сезон. Новый сезон. Так, платьюшко сюда. Пижушки. Пижушки. Пижушки, почти пирушки. Пижушки, пижушки. О, один подкинул. Один пижошок, пижошок. Пижошок, пижошок, один закинул. Женские джинсоули. Джинсоули, джинсоули есть. Женские джинсоули. Пижушки мы уже повесили. Пижушки. Так, и рубашьон. Ее с той стороны там прям хочется повесить. И что? С этими джинсами? Ё-моё. Ну, вроде бы что-то берет. Не знаю. Помогу в любом случае. Поэтому. О, выбирает что-то. Повесил. Так, голубые футболочки. Голубые футболочки. Возьмем два комплекта, купим. Голубые мужские пом-пом купим в магазин. Доставочку оформим. Так. Е-е-е, скоро 25-й. Успеем, не успеем. Фиг его знает. Не уверен, скажем честно. 25-й. Хотелось бы, безусловно. Так, смотрим. Топики. Женские топики. Пом-пом. Магазинчик, заставочку оформляем. Бензин не жалеем, заказываем тачку, пускай привозит. Чик-чик-чик, остаток на складенский. Тут уже 51, забито, хорошо. Значит, мы что делаем? Забиваем, остается у нас чуть-чуть. Опа, и докинул. Так, смотрим, смотрим, с обувкой все четко. Водолазки есть. О, черт, майки! Мужские майки вот эти. Раз, два, три, быстренько в магазин. Скоро, 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 скоро. Бежим, 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 бежим. Фух, успел, успел, успел. И на склад еще закину пачку. На всякий. То мало ли. Что-то подозрительно, подозрительно. Так, идем. На складик еще подкинем их. А все, 9 пм. Ну сейчас появится типочек. Сейчас я надеюсь, что эти все клиенты все тут затарят. Закупятся и появится у нас типочек. Ой-ой-ой-ой.
Розовые, женские, розовые. Это новиночка, новиночка. Розовая, женская. Раз, два, три. Магазинчик. Новиношка, новиношка. Женская новиношка заканчивается. Так, так. Так, день, день, день. Где мой 25-й, я спрашиваю. Где мой 25-й? Мне нужно этого челика заскриншотить на превьюшку. Я уже час шпилю, ё-моё. Кто это будет смотреть? Я не знаю. Так, мне пофиг. Так, поехали, 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 поехали. Сюда. Ё-моё, 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 ё-моё. Ну, пускай полежит. Нету 25-го, нету клиентов, да ё-моё. Значит, сейчас он появится у меня. О, три только не нашли. Это очень хороший результат. Открываемся, заказываем рекламку. Так. Кофты мужские. Черные. Черные. Это оно? Наверное. Так, машинка едет, мы открыты, реклама есть, клиентура где? Это эти кофты или не эти? Подсветка на эти. А лишние на склад. Вижу. Так. Так. Чего, кому, кого, кого, чего, кого, чего. Джинсы мужские. Ой-ой-ой, маешки, маешки с новой коллекцией. Новая коллекция у нас тут получается. Это. Возьмем их троечку, одну на склад. Так. 24-й. 25-й. Скоро, 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 скоро уже. Уже скоро. И наймем себе типочка. Типочка, грибочка. Так. Майки. И рекламу еще вторую сможем заказать, правильно? Ой, как раз все хорошо. Где наш 25-й драгоценный левел? Где, 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 где? Джинсы нормально, тут топчик. 24-й. Так, женские черные брюки. Купим. Куда, на склад повезло? Не, сюда, хорошо. Женские черненькие брюшки. Брюшки, брюшки, брюшки есть, висят. И туда их на склад. 24-й, 24-й. А это реклама на каком левеле, кстати, о птишках? Ну, подожди. Давай. 25-й уровень. Есть, и могу рекламу еще одну себе заказать за 500 бочинских. У меня 20 тысяч долларов. Так, быстро, быстро, быстро. Неужели это произошло? Где-то тип. Значит, это счета я забыл пооплачивать, ё-моё. Сотрудничек. Работник склада, 25-й левел. О, еще один, как его, 25-й пополняющий запасы. Активный. Активный работник склада. Смотри, теперь смотрим. Теперь смотрим. Труселя. Вот это. Вот это 40, вот это 48, вот это. Ну, теперь главное на складе все красиво распределить. Так, и он будет сейчас у меня, получается, я заказываю на склад, и оно поехало. Поехало на склад. А тут у меня такой сидит чувак. Чик, взял пакован, чик-чик-чик-чик, и понес. Такой в каске чувачок. Чик, кладовщик. Тёма. Назовем его Тёма. Кладовщик Тёма. Новый типочек у нас. Тупо новенький. Новенький у нас. Чик-чик-чик. И пошел на склад. Два типа в зале. Вот две их табуретушки. Оп. Такой дядя. И разносит, разносит, разносит. Ну хорош, дядька, хорош. Еще. А что у него каска на голове? Это мне может объяснить? А, подождите-ка, и мадам добавили мне. О, женщина, там мужчина разносил. Теперь женщина. Вон, у меня дядя был. А теперь и женщину взяли этого разносчика. А-а-а.
Прикольненько. Вот. Вот так вот оно. Начать новый день. О, какая. Чик-чик-чик. Пошла с коробкой. Топ-топ-топ. Ну, как бы интересно, да? Как бы. Плюс у нас можно теперь бренды. У нас есть новая возможность. Раз, два, три, четыре, пять. Надо хорошо склад снова расширить. Снова помещение купить, получается. Не, где это там было? Не тут. Запас, менеджер магазина. Во! Область расширить. Ну, можно и складские помещения. Покращилось ли табер. Значит, что у нас получается? Куда мы расширились? Вот в эту сторону. Еще кусок у меня открылся, да? То есть мы можем все это сдвинуть и тут бы больше... Или в ту сторону просто можем раздвинуть. Еще типа две полки. Раз-два. Раз-два поставить. И тут что-то придумать вдоль стенки. Это можно поднять, допустим. Можно даже вот так сделать, пробовать. Вот, типа такие вот рядочки. Тут пополнять. Можно в ряд попробовать поставить. Ну, по идее, они сейчас должны справляться. По идее. Вот сейчас вижу, допустим, оранжевые, они не справляются с оранжевым. А вот чувачок носит, молодец. Красава. А вот оранжевых 36 платьев. И мы сейчас еще два на склад закажем. И он там разгружает, получается. А мы чисто следим. Ну, надо просто подождать, чтобы они успевали все разложить. И следить за тем, чтобы у тебя был постоянный запас всего этого добра. Вот. Чтобы у тебя был хороший запас всего. И, собственно, двигаться к следующим левелам. Хорошо. Тогда сохраняемся. На сегодня хватит. Сегодня, получается... Очень длинный получился видеоролик. Возможно, надо было какие-то дни просто пропустить, но хотелось показать вам весь мой процесс. Пополняющие запасы готов. Есть теперь у меня пополняющий запас в каске. Все, увидимся в следующем видеоролике. Ждем обновлений. В принципе, можно наигрывать еще какие-то серии, делать по игре, чтобы что? Чтобы левел у меня рос, чтобы когда появится обновление, чтобы я был уже к этому обновлению готов. Как-то вот так. Все, всем пока-пока.